Я не готов назвать цифры, но что я могу сказать? Предполагается, что он получает от государства зарплату в размере примерно 110 тысяч долларов в год. Это некорректное описание состояния этого человека. У него большой опыт в том, как скрывать истинный размер своего состояния. Владимир Путин коррумпирован? По нашему мнению, да. И как долго американским властям известно, что Владимир Путин, по вашим словам, коррумпирован? Думаю, много-много лет.